Если буду по тебе слагать. Спасибо тебе, Гера. Не нарывайся, не то будешь иметь дело со мной. Ты уверен, что это был Нильфгардский флагман? Кто знает, кто знает. Если слабая рука его тянет. Слыхал? Правда? Вчера подъемник заело. Ельт полдня висел, пока его не сняли. Фу, я всегда говорил, что только дурак позволит тягать себя в воздух в деревянном ящике. А по морю плавать в деревянном ящике? Тогда это, по-твоему, умно? Если с корабля выйдешь, хоть проплыть сколько-нибудь можно. А выпадешь из подъемника, костей не соберешь. Который Моркварда убьет. Ты веришь в это? Кто говорит-то? Красивые мечи, но по мне лучше добрый топор. Моей маленькой Морган завтра день рождения. Не знаю, что ей подарить. Может, топор красивый? Топор? Ты серьезно? А что? Я бы обрадовался. С него не спускать. Мастер Геральт, стражник увидел вас с башни. Меня послали открыть вам ворота. А почему они были закрыты? Это знаменитое гостеприимство жителей Скеллиге? Такова традиция. После пиршества ярлы выберут короля, а значит, двери должны оставаться закрытыми. В крепости могут быть только сыны и дочери Скеллига. Крах сделал для меня исключение? Все знают, что ты сделал для Керрис и Хьялмара. Сегодня ты один из нас. Прошу за мной. Крах ждет. И как там настроение? Спокойное. Слишком спокойное. Это как? Знаешь, есть у нас такая поговорка. На добром пиру кровь и мед льются одинаково. На большой земле это, наверное, считается варварством. По мне лучше так, чем скучные банкеты и дворцовые интриги.
столько же прав, сколько у тебя. Ты должна меня поддерживать, а не отбирать у меня союзников. Если кто из Анкрайтов и наденет корону, то... То это ты, потому что у тебя борода на роже растет. Вот как у тебя вырастет, может, тогда ярлы и тебя послушают. Хочешь получить? Помнишь, последний раз я тебя победила на кулаках? Да, а может, идем сразимся с вильдкарлами? Интересно, у кого лучше получится? У тебя или у Хьялмара, у смирителя великанов? Хватит выделываться! Керис! Эй! Пёсья кровь! Нехорошо все вышло. Я знаю. Ты же сам видел. Она ведь такая... такая... Упрямая, упорная, самовлюбленная. Не хочет никого слушать. Точно! Ты прав, Арнвальд. В этом мы с Керрис похожи. Я не вижу крах. Он с ярлами? Нет, ушел в свои покои. Наверное, готовит тебе обещанную награду. Послушай, ведьмак, а ты не хочешь сразиться на кулаках с вильдкарлами? Размять кости с дороги? Может, позже. Уважаешь наших обычаев. Ты и эта ведьма Йеннифер. Мое почтение, ведьмак. Ну, давайте, на вас страшно. На тебя и на чародейку. Что вы им такого сделали? И лучшее оружие ни к чему. Что? Если слабая рука его держит. Я вот всегда думаю, что вы, ведьмаки, будете делать, когда переведутся все василиски, лешие, великаны. Если слабая рука из храма вечного огня. Правда? Сереброжаешь наших обычаев. Ты и эта ведьма Яни. На земле возбудят храмы. Ну да. Не знаю, там настоящего. Но у вас тоже свой. Приветствую, Бирна. Пир тебе не по вкусу? Это не пир, а ярмарка. Тут торгуют голосами, словно овечьими шкурами. Сванриги не собираются бороться за поддержку? Сын Брана не будет торговаться за корону, которая ему принадлежит. Из того, что я слышал, короля должно определить голосование. Такова традиция. Но не всякая традиция хороша. Заботу об островах должен взять на себя один род. Что плохого в выборах короля? Походи, послушай и поймешь. Кандидаты уже раздают земли, обещают привилегии, титулы, судебные решения. Как уличные девки, что задирают платье перед каждым прохожим. Король по выбору не властитель, а должник. Пора с этим покончить. И для начала посадить на трон первородного сына Брана. Надеюсь, ярлы поймут мудрость этого предложения. Ты покидаешь Каэр-Трольда? Завтра чуть свет. Приятных развлечений, мастер-ведьмак. Можно? Даже нужно! Заходи! Я ждал тебя. Как тебе пир? Получше, чем эти ваши балы на большой земле? Выпивки так точно больше. А как же! Чего я только не выкатил из погребов. Полуторалетние меды, центрийская сливовица, махакамский спирт, который обжигает глотку, как кипяток. Анкрай, ты знаешь, что такое гостеприимство. Что-то мне подсказывает, что твое гостеприимство не совсем бескорыстно. Ну да, не совсем. На островах поддержку добывают не только мечом. Еще и медом, и мясом. Если так, за результаты голосования ты можешь быть спокоен. Спокоен я буду завтра, когда кто-то из моих детей наденет корону. Ты не разрываешься между Хьялмаром и Керрис? В смысле, есть ли у меня фаворит? Нет. Они разные, как огонь и вода. Но в обоих течет кровь Анкрайтов. Так, между нами. Хьялмар не слишком порывист для короля?
зависит от того, о каком короле ты говоришь. Если про того, что засылает послов, двигает флажки по картам и долго рассчитывает выгоду, то да, он слишком порывист. Но Скеллиги хочет иного властителя. Такого, что утопит Нильфгард в крови, который скорее прыгнет в огонь, чем сдастся. А в этом весь Хьялмар. Если вы продолжите набеги, Имгар окончательно разъярится. Вы можете об этом пожалеть. Мы на Скеллиге не знаем, что такое мир любой ценой. Думаешь, совет ярлов посадит на трон женщину? Спроси ты меня об этом пару месяцев назад, я бы засмеялся. Но теперь я вижу, и не я один, что у Керис есть кое-что, что на островах встречается так же редко, как жаркое лето. Терпение. Одни сперва делают, потом думают. А она другая. Подумает, взвесит за и против. Но как начнет действовать, то нет такой силы, чтобы ее удержала. Ты обещал мне награду за помощь твоим детям. И сдержу обещание. Прошу. Эта безделушка в моем роду много поколений. И за то, что ты помог сохранить продолжение рода, я отдаю ее тебе. Прекрасная работа. Спасибо. Это я! Ты слышал? Холера. Должно быть, Хьялмар устроил какую-то свару. Это не Хьялмар. Пойдем. Твой сын прекрасно проявил себя в пещере снов. Зачем ты мне это говоришь? Потому что, мне кажется, ты его недооцениваешь. Что? Он что, жаловался на меня?
какой стыд! Вот я ему... Нет, он мне ничего не говорил, просто это было видно. Два клана на одном острове. Непростое должно быть соседство. Сосед — это тот, кто живет рядом с тобой, а не тот, кто занял половину твоего дома. Во времена Хара... Что не оправдывает... Бывай, Лугас. Дайте тряпку! Нужно остановить кровь! Быстрей! Отец... Отец... Возьми плащ. Держись, сын. Ты выберешься. Как меня акула однажды... Хальбьорн! Он умер. Крах, откуда взялись эти медведи, а? Отвечай! Как ты говоришь с моим отцом? Убери меч, щенок! Не то Крах тоже лишится сына! Ты оскорбил меня, Лугас! А теперь угрожаешь моему сыну! Я тебе этого так не оставлю! Ну так иди! Давай! Я забью тебя, как бешеного пса! Тихо, тихо! Довольно уже пролито крови! Кто-то привел сюда медведей? Чтобы они убивали наших сынов и братьев. Мы не сможем вернуть их к жизни. Но мы можем и должны за них отомстить. Этот груз ложится на хозяина и его детей. Найдите виновных, Анкрайды. Найдите и убейте. Иначе ваш род будет проклят до сотого колена. Кто-нибудь видел, откуда эти медведи взялись? Это не важно. Я уже знаю, где искать виновных. Погоди, ты с ума сошел? Ты хочешь зарубить кого-то, прежде чем мы узнаем, что случилось на самом деле? Узнавай себе, что хочешь. А я пока смою позор с нашего рода. Эй, Ярлы тебя уже не слышат. Перестань играть в героя и подумай. Речь идет о нашей чести. Ты меня вообще слушаешь? Кто впустил сюда этих медведей? Ответ на вопрос, кто за этим стоит, находится в этой зале. Ты права, Кирис. Я помогу тебе. Спасибо. До встречи. Я вернусь с головами предателей. Я останусь здесь. Кто-то должен всем этим заняться. Позвать знахарей, выдать тела родичам. Волк, спасибо тебе. Ты видел когда-нибудь что-то похожее? Нет, и надеюсь, что не увижу. Откуда взялись эти медведи? Люди смеялись, ели, пили, и вдруг началась резня. Все стены в крови. Что происходило сразу перед резней? Молодой Лугас поспорил, что выпьет бочку пива залпом. Влез на стол, схватил бочонок пшеничного из цинтры и начал хлобыстать. Кадык ходил у него туда-сюда, как поплавок. Он надулся, покраснел, но пил. Люди стучали кружками и кричали «Лугас! Лугас!». И тогда с другой стороны залы пошло такое рычание, что мы обернулись, как по команде кормчего. А они уже там. Те, что были ближе всех, не успели даже выхватить мечи. Их разорвали на кусочки. Мы отомстим за них, я обещаю. Хватит разговоров. Надо осмотреться. Дай знать, если что-то найдешь. Я поговорю с остальными. Может, кто заметил больше, чем я?
Возьми себя в руки, Сина. Как они сюда вошли? Не знаю. Ворота-то были заперты. Следы когтей, зубов, переломы. Трудно сказать, от чего он умер. Я только на минуту отвернулся, а у лавки уже стоял медведь. Это дела богов. Может, они послали на нас кару? За что же это? Не говори глупостей. Сколько ран. Неудивительно, что Хальбьерн истек кровью. Значит, правду говорят о воинах, которые в ярости обращаются в диких зверей. Берсерки. Только откуда они здесь взялись? Ну ладно, что у нас тут? Голова медведя, но язык короткий, как у человека. Из пасти несет медом. И чем-то еще. Чем-то землистым. Медведи любят мед, но только свежий. Странно. Что-то под мехом. Татуировка в виде медвежьей лапы. Старый шрам со следами швов. Получеловек, полумедведь. Существо вроде ликантропа. Но сейчас не полнолуние, значит, обращение вызвано не луной. Может, он съел что-то? Или выпил? Мед с каким-то землистым запахом. Нужно проверить рога и кружки. Все рога пусты. Этот землистый запах. Какие-то грибы? Чаша пуста, но запах остался. Он есть где-то еще в этой зале. Есть. Мед, какие-то грибы и человеческая кровь. Керис! Один стражник видел, что случилось. Это были не медведи, а какие-то... Люди, которые обратились в медведей. Ага, берсерки. Берсерки? Так скальды зовут воинов, которые в пылу боя могут превратиться в зверя. Это сказка, легенда. Но все совпадает, правда? Вот только здесь был пир, а не поле боя. Я, кажется, знаю, что вызвало превращение. Мед, который они пили. Понюхай. В мед добавили кровь и что-то еще. Кажется, какие-то грибы, но я их не узнаю. Думаю, нам поможет Хьорд. Он в растениях лучше всех разбирается. Ну, давай спросим. Тогда меньше людей вот погибло. Фрея. И ни одного пусть сына Ярла. Если окажется, что это крах, пусть я огонь сверну ему шею. Если окажется, что это крах, мы осудим его, согласно обычаям. Да, а потом я сверну ему шею. Я хочу с вами поговорить. О чем? Ну, о чем, Хольгер, о чем? Конечно, не о соленой селедке и не о течении вокруг Спикерога. Не разевай на меня пасть, а то я ее заткну раз и навсегда.
Успокойтесь! Вы ведете себя как бешеные псы, а не как ярлы Скеллига. Говори, ведьмак. Кто может стоять за этой резней? Нильфгаард. Им больше всего пользы. Но мы отомстим за наших сынов. Мы выжжем их берега от Назаира до Этолии. Много чудес есть в Нильфгаардской армии. Башни на колесах, зириканские наемники на горбатых конях. Но о дрессированных медведях я не слышал. Это крах был, я уже говорил. Это его крепость, он их и пустил. Вы попусту тратите время. Я не знаю, кто предатель, ведьмак. Но я скажу, что это не может быть никто из нас. Все мы близких потеряли. Как получилось, что вы все выжили? Что ты хочешь этим сказать, а? Что, может, мы сами это подстроили? Заткни, наконец, глотку. Ты орешь, как Алуша на яйцах. Мы выжили, потому что мы лучшие воины Скеллиге. Да что вы двое понимаете? Если бы не ведьмак, никто живым бы не ушел. Бывайте. Модрен Фрейя, пусть море поглотит предателей. Нашли на них чуму. Пусть огонь пожрет их дома. Фрейя, мать наша, сделай так, чтобы море поглотило предателей. Фрейя, госпожа наша. Я не помешаю тебе в молитвах? Ты уже помешал. В чем дело? В одну бочку с медом добавили крови и чего-то еще. Каких-то трав или грибов. Керис говорила... Дай рог. Я знаю этот запах. Мардрём. А эти грибы как-то связаны с берсерками? Да, но только в сказках, которыми убаюкивают детей в холодную зимнюю ночь. Воины, которые ели Мардрём, должны были в приступе боевой ярости превращаться в зверей. Но, как я сказал, это... Только легенды знаю. Но легче поверить в них, чем в то, что медведи появились из ниоткуда. Керис не ошиблась. Ты разбираешься в травах. Да. Особенно в тех, которые влияют на разум, успокаивают, вызывают сон без сновидений. Удальрик страдал долгие годы. Я пробовал помочь ему разными способами. Сперва молитвой, потом маковым молоком. Но теперь-то оно ему не нужно? Все не так просто. Но он понемногу отвыкнет. Мардрём? Не встречал этого названия. На Большой Земле их называют иначе. Веселушки, кажется. Да, припоминаю. Крестьяне едят их, чтобы притупить боль. Удальрик тоже их пробовал, но только пару раз. Потому что в больших количествах эти грибы вызывают видения, кошмары. Ну да, это последнее, чего Удальрику не хватало. Спасибо за помощь. Кровь и Мардрём. Вкус человеческого тела и гриб, который вызывает видение. Это могло вызвать приступ гнева, а возможно и превращение. Может быть. Но я не верю, что мед отравили здесь, в зале, при стольких свидетелях. Ты прав. Я помогала готовить пир, я бы заметила. Возможно, это случилось прежде, чем напитки принесли в зал. Еще в погребах. Пойдем. Может, мы найдем какие-нибудь следы? Если мы быстро не найдем виновного, воины возьмут дело в свои руки. Замок уже гудит, как улей. Думаешь, они открыто нападут на Краха? Или друг на друга. В лучших традициях Скеллиге. Давно у нас не было настоящей гражданской войны. Я знала, что что-то случится. Было слишком спокойно. Забавно. Арнвальд тоже так сказал. На добром перу и мед, и кровь должны литься струей. Его пожелание исполнилось.
Очень надеюсь, что Хьялмар сейчас тоже делает что-то полезное, а не просто ищет драки. Спокойно. Он вспыльчив, но не глуп. Яды мы храним на той стороне погреба, внизу. Идем, я покажу. Ой, ну и вонь! Это водка? Махакамский спирт. Кто-то испортил несколько бочек. Хорошо, что у отца сейчас другие печали. Я рядом. Какое облегчение. Этот мед чистый. Здесь тоже ничего интересного. Кровь и грибы. Интересно, можно ли узнать, откуда родом эта бочка? Выглядит она так же, как остальные. Что за... Ах, сука. Спирт! И другой выход за бочками. Но они тяжелые, мы их не сдвинем. Я не собираюсь их двигать. Быстро. Боги! Мы едва не сгорели заживо! Кто-то очень хотел завершить наше расследование побыстрее. Этот проход тайный? Скорее, им редко пользовались. Когда мы с Хьялмаром были маленькими, мы играли здесь. Помню, однажды... старый... Медальон дрожит. Это место силы. Только добраться до этого пиромана. Дай подумаю. Они должны были войти там же, где и мы. Может, там остались следы? Возможно. Когда дверь захлопнулась и рванул огонь, ты слышала, как взорвалась бутылка? Нет. Но у меня не такие тонкие чувства, как у ведьмака. Ты, наверное, слышишь, как у меня волосы растут. Я стараюсь не прислушиваться. Но вход и правда стоит осмотреть.
кто-то вляпался в разлитый мед. Прекрасные четкие следы, липкие от меда. След обрывается. Поищу другие следы поблизости. Наверное, почувствовал, как одежда провалилась, но слишком спешил. Что это? Обрывок ткани. Нет, не может быть. Ты о чем? Арнвальд. Только он такое носит. Ты уверена? Я видела его в главной зале со слугами. Пойдем. Коня, мы догоним его. Но пошло. Арнвальд! Стой, дьявол! Не думаю, что он послушает. Дай мне его только достать. У тебя нет шансов. Еще посмотрим. Почему ты их предал? Или я закончу то, что начал? Анкрай, ты не должны сидеть на троне Скеллиге. Я знаю вас лучше остальных. Порывистые, безответственные. Скеллиге нужна стабильность. Сильный король. А не такой, которого выберет толпа пьяных ярлов. Интересно. Никогда не слышала от тебя таких речей. Но я знаю, кто об этом только и говорит. Это Бирна Бран, да? Не умеешь ты врать, Арнвальд. Ей-то это зачем? Как зачем? Она все это устроила, чтобы избавиться от других кандидатов и очернить наш род. Если бы у нее получилось, Сванриги остался бы единственным претендентом на трон Скеллиге. У тебя есть доказательства? Твоего слова против слова Бирны может не хватить. Арнвальд. Помоги нам, и я попрошу отца, чтобы он даровал тебе почетную смерть. У меня есть ее письма. Она писала, как отравить мед. Но там ни подписи, ни печати. Думаешь, этого будет достаточно? Надеюсь. Ладно, надо поторопиться. Пора созывать ярлов. Я созвал совет ярлов по твоему требованию, Керис. Ты утверждаешь, будто знаешь, кто стоит за резнёй в Каэртрольде. Так говори, кто пролил реки крови сыновей и дочерей Скеллиге? Бирна Бран! Эта девка сошла с ума. Ты думаешь, тебе кто-нибудь поверит? Это ты приказала подать отравленный мед берсеркам. Что? Не я распоряжаюсь слугами в Каэртрольде. Пир устроил твой отец. Он приглашал гостей. Это верно. А есть доказательства в подтверждение твоих слов? Лучше. У меня есть свидетель. Арнвальд! Она говорит правду. Это Бирна велела отравить мед. А когда Керес и Ведьмак зашли в подвал... Ты предал нас! Род, который тебя кормил! Люди! Это же слуга Анкрайтов. Он будет говорить, что ему прикажут. Даже если ему придется заплатить за это головой. Верно говоришь.
Арнвальд служил в Каэртрольде, сколько я себя помню. Как верный пес. Я могу подтвердить слова Керис. Ты? Еще один Крайтов прислужник? Могу представить, как Керис склонила тебя на свою сторону. А может, Крах просто заплатил, чтобы ты меня чернил? Что ты сказала? Тихо! После того, что я видел на Спикероге, я верю ведьмаку. Больше, чем тебе. Это твое право. Но это не доказывает моей вины. Есть еще одно доказательство. Вот письмо, в котором Бирна дала Арнвальду указание, как отравить мед. Каждый мог его написать. Здесь нет подписи. Но пергамент пропах твоими духами. Знаешь, у них ужасно сильный запах. До сих пор чувствуется. Это все твои доказательства, девочка? Это должно убедить всех, что я изменница? Не смеши меня. Бирна права, Керис. Этого недостаточно, чтобы доказать ее вину. Хьялмар тоже не представил ничего, что могло бы обелить имя вашей семьи. Остается одно. Кольгер, Лугас, пора покинуть этот проклятый замок. Нужно решить, какое наказание ждет род Анкрайтов. Мне жаль, Керис. Стойте. Мама, ты сказала мне уйти перед пиром. Зачем? Сынок, не сейчас. Зачем ты это сделала? Откуда ты знала? Откуда? Молчишь. Вы не поверили Керис. Вы не поверили ведьмаку. Но сыну, который обвиняет родную мать, вы должны поверить. Эта резня – дело ее рук. Она опозорила себя, меня, весь клан. Сванриги, я сделала это для тебя, только для тебя. Значит, ты признаешь свою вину? Как старший из ярлов, я возвращаю доброе имя роду Анкрайтов. А тебя, Бирна, приговариваю к смерти. Ты будешь прикована к скале. Умрешь от голода и жажды, а твои останки расклюют чайки. Я знал, что Бирна стремилась к власти, но чтобы пойти на такое... Что теперь будет со Сванриге? Он утратил дом, имя, честь. Его ждет изгнание или смерть. Ну да хватит об этом. Еще раз спасибо, Геральт. Еще раз не за что. Оставь уже скромность. В конце концов, ты на земле героев. И пусть этот подарок тебя об этом напоминает. А теперь я еду под Гиденейт на совет ярлов. Пора назвать короля. Как думаешь, на кого падет выбор? Поедешь со мной, сам все увидишь. На нашем совете может присутствовать каждый. Не откажусь. Тем более у меня есть свой фаворит. Я так и думал. Ну, пойдем. Мы вовремя. Наверное, уже начали. Недавно мы вернули морю Брана, но сегодня тризна кончается.
Сегодня, по воле богов и кланов, ступит на трон новая королева. Воздадим ей честь. Я знаю, не все хотели видеть меня в короне. Я благодарю всех, кто был за меня. Здесь, под священным дубом, клянусь, что буду доброй королевой для всех. Я надеюсь, на Скеллиге воцарятся мир и достаток. И вы поможете мне исполнить эту мечту. Верис! 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 Как настроение? Так себе. В конце концов, меня же баба победила. Непростая баба. Это верно. Если уж бабе суждено было меня победить, хорошо, что ей оказалась Керис. Признайся, ты же гордишься ей? Ну, хоть немного. Ну, немного, конечно, горжусь. В конце концов, мы одной крови. Только ей не говори, а то начнет еще нос задирать. Самое важное, что мы показали этому Лугасу. Видал, как он взъелся? Видал. Неужели это для него такое унижение? Наши кланы — вечные враги. Так уж повелось. Бывай. Вижу, тебя прямо распирает от гордости. Ты не представляешь. Скажи мне, разве какой-нибудь ярл может похвастаться такими детьми? Жаль, только их мать этого не увидит. Керис будет хорошей королевой. Может, она наконец помирит кланы? Хорошо бы. А если нет, у нее всегда есть я и Кьялма. Если будет нужда, мы поднимем за нее оружие. Поздравляю. Ты будешь хорошей королевой. Благодарю. Меня бы здесь не было, если бы не ты. Ну и какие планы у новой королевы Скеллиге? Слушать, учиться и еще раз слушать. А там посмотрим. Хороший план. Надо объединить кланы. Я бы постаралась избежать войны, но если на нас действительно готовится напасть Нильфгард, придется дать ему отпор общими силами. Сговориться с людьми из Друманда будет непросто. Я видел Лугаса на коронации, он был взбешен. И это еще мягко сказано. Наши роды всегда были в ссоре. Но я попытаюсь с ним поговорить.
Я что-нибудь придумаю. Держу за тебя кулаки. Будь здорова. Я вот всегда думал, что вы, ведьмаки, будете делать. Ну, в чем дело? Твой сын прекрасно проявил себя в пещере снов. Зачем ты мне это говоришь? Потому что, мне кажется, ты его недооцениваешь. Что? Он что, жаловался на меня? Какой стыд! Вот я ему... Нет, он мне ничего не говорил, просто это было видно. Бывай, Лугас.